саженцы липы европейская и ухлара. Замечательный вариант в качестве солитера, создание ландшафтных композиций и аллейных посадок. Крупномеры и саженцы предпочитают следующие условия. Хорошо освещенные, солнечные места или легкая полутень. Плодородная почва со слабокислым или щелочным pH. Отсутствие заболоченности и излишней влаги. Сорт отличается зимой, засухой и ветроустойчивостью, способностью хорошо переносить обрезку и стрижку. Взрослые растения цветут в середине лета, являются ценнейшими медоносными культурами. Вредителями и болезнями поражается редко. Липа европейская и ухлара – это дерево,